Дитя, послушай мой рассказ, без выдумок и без прикрас. Давным-давно была страна, Лемурия звалась она. На дальних Австрии просторах жила дочь герцога Аврора. Любовь отца была бескрайней, что с мамой все покрыто тайной. Был долго герцог одинок, Аврору он растил как мог. И вот решил он, что нужна ему в конце концов жена. Страстная пятница пришла и весть с собою принесла. Счастливый герцог и отец ведет невесту под венец. Аврора спит, но в поздний час огонь в той комнате угас. И вот уже лежит она, как снег, бледна и холодна. Рассветный луч в окно проник и осветил недвижный лик. И вопреки мольбам отца румянец не ласкал лица. И вот Авроры больше нет, но это не конец, нет-нет. Проснется девочка вот-вот, и в новый мир она войдет.
Mm-hmm.